Согласно данным Руспродсоюза, новогодний стол в 2023 подорожал более чем на 9%. То есть на четверых эта сумма составит 5500. Проверим, действительно ли это так. Главный салат праздничного стола – оливье. В этом году подорожал примерно на 8%. И теперь цена на 4 порции составляет 523 рубля. Это на 37 рублей дороже, чем в 2022. Основная причина – это, конечно же, яйца, которые в нынешних условиях стоят больше 100 рублей. Парадоксально, но согласно всероссийской статистике, майонез, который делается из яиц, подешевел. Хоть и незначительно, на пару рублей. Еще немного цена упала на картофель и сливочное масло. А вот стоимость горошка и колбасы осталась примерно на том же уровне. Колбасы выбор большой. В среднем она начинается, конечно, от 200 рублей. Притом, ну, конечно, сырокопченая чуть побольше. Ну, сгодится и такая. Если вместо колбасы в оливье положить мясо, то можно разориться. Килограмм говядины обойдется примерно в 500. За свинину и курицу придется отдать в среднем 350 и 250 рублей. В отличие от оливье, мандарины подорожали на 25% по всей России. Сейчас килограмм в среднем стоит 164 рубля. Берем, куда деваться. Ну и какой стол без шампанского? Его стоимость по всей России выросла приблизительно на 6%. С шоколадом и сладостями в целом ситуация тоже непростая. Они в декабре подорожали более чем на 16%. Связано это, конечно же, в первую очередь с ростом цен на сырье. Именно на сладком жители Алтайского края стараются сэкономить, согласно проведенному нами опросу. От чего готовы отказаться на новогоднем столе? Как сказать, от чего? От сладкого хочу отказаться, но не могу. Мясо тоже нужно как-то маленько. Ну, в основном. Салаты. Салаты тоже самое. Всего помаленьку. Меньше надо кушать. Тортика, наверное, не будет, но будет имбирное печенье, так как это новогоднее, рождественское. А вот что действительно подешевело, так это красная икра. Килограмм стоит меньше 6 тысяч рублей. Такой цены на деликатес не было с 2022 года. Так что, пожалуй, возьму две баночки. В общей сложности вся корзина с неполным новогодним набором обошлась нам больше, чем в 2000. Однако она рассчитана скорее на двух людей. Притом множество мелочей недокуплено. На них как минимум уйдет еще 1000, а то и более. Ведь чем ближе значимая дата, тем выше цены на некоторые продукты. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.